Приветик. Чуть удобно села. Так, можно как-то удалить? Наконец-то я нашел тебя. Жреческое дитя. Слышишь ли ты мой голос? Приветик. Я забыл майн закрыть. Сейчас, секундочку. Я хотел, но потом передумал. Наконец-то ты пришла в себя. Кажется, в порядке. Испугалась? То, что я утратил свое тело, как-то связано со жрицами. Ты помнишь, что произошло в королевстве? Ты тоже утратил воспоминания. Сначала нужно выбраться отсюда. Лучше своими глазами увидеть, что стало снаружи. Мне кажется, игра темновато, да, у вас? Поярче сделаю. Думаю, пойдет. Не знаю. Случайно нашел. Статуя белых жриц. Большие каменные статуи, изображающие белых жриц. Не сохранившиеся статуи выбита надпись «Белая жрица Зарина». Разрушенные белые жрицы ветки. Закрыто. Что-то не понимаю, то ли сама игра так, то ли у меня будто... Лагерит. Ладно, ну буду думать, что это игра такая. Не бойся. Используй мою силу, у тебя точно должно получиться. Но по сути она не должна подлагивать. Что-то можно поменять. Что-то не понимаю. Ладно, пожалуй, пробуем что-нибудь убрать. Без флажки. Будто подтормаживает. Странно. Или мне просто кажется. Короче, ладно, не понимаю. Странная штука. А можно как-то сложность увеличить? Или так и надо?
Ну, уклоняется она офигенно. Платформер slowly bomber. Чего бы нет? Мало есть игр с лолей. А! Я чуть не заметил. А, это молитва. Письмо Элейн. Сигрид, передай амулет белой жрице. Такой жрель я даю всем жрицам, но в этом я заключила защитную магию. Защитный барьер можно восстановить, даже если он будет поврежден. Но с этим справится только белая жрица. Рассчитываю на тебя, Элейн. Моя белая жрица. Ё-моё. РБ призывать полученную душу, оскверненный касанием жриц. Ё-моё. Опа. Осколок амулета. Часть разбитого амулета, который носят белые жрицы. В мелких осколках еще осталось немного. Я согласен. А мне все равно кажется, будто немножко камера подлагивает. Книга скверны 1. Если принять скверну, то в тело возникнет опухоль, которая подтачивает душу, что есть источник силы для тела, духа и сознания. Из-за этой опухоли у тела появляется невероятная способность к регенерации, она становится фактически бессмертным. В течение времени движение тела отдаляется от сознания, и скверненные, подгоняемые ненавистью и злобой, присущим скверне, сходят с ума. Места отдыха. Теперь доступны воспоминания о скверненных. Можно еще раз посмотреть воспоминания. Вступление, пролог. А я видел пролог? Я не понял. Что-то произошло. Нифига не понятно по этому прологу пока что. Замок разрушился. У меня что-то есть интересно? У тебя пока что нет. Книга Скверны 2. Отмечается случай, когда скверненные сохраняют сознание. Это самое страшное. Удержавшие сознание страдают от нескончаемой муки и будут мучиться до тех пор, пока сознание не покинет их. То есть практически вечность. Единственное спасение тех, кто стал скверненным, это чудесные силы белых жриц. Все очень грустно, твой явно. Хотя музыка вообще не смущает, да? Что за нее атакует не она, ну типа атакует не она, а атакует какой-то дух.
Там что-то есть будто. Ну вот и слава. Не, может что-то... Может все-таки что-то с экраном связано? О, это была вертикальная синхронизация, все. Теперь она плавненькая. Все, зашибись. Я не дотянулся. Не посмотрел. А, он шиф, нифига, ему три удара. Не посмеет нашу Лолю тронуть. Слышно, как вдалеке открывается. Наш путь наверх. А, это я просто спустился. Что такое? Осколок амулета. ППшечка. Бульк. Белое описание первое. Появилась однажды из снежных запредельных земель скверна в себе несущие. И пришла в запределье беда страшная. Скверна людей с ума сводила, в чудовищ их превращая. И говаривали, что родилась она из зависти и проклятия народа древнего, что раньше на этих землях жил. Скверна людей поражала, и тех, кто принял ее скверненными, прозвали. Бессмертные тени, принявшие скверну. Их называют осквернёнными. Как мне туда залезть? Чем мне уровень дает? Я могу что-то прокачать? Видимо, я тут пока что. Это подозрительное место какое-то. Здесь все пропитано скверной, будьте осторожны. Чтобы защитить. Крушить, крушить. Thank you.
Сестра Сигрид. Ё-моё! А ее нельзя трогать. Понял? А, ну это первый босс, он легкий. Ведь мой долг был защитить. Я восхищалась белой жрицей источника. Единственной надеждой в противостоянии бессмертным оскверненным. Сильный и добрый, несущий тяжелое бремя, навсегда ободряющий других своей улыбкой. От сестры пришло известие, что состояние жрицы источника ухудшилось. Бремя очищения стало слишком тяжело для нее. И я не могла радоваться миру, если ради нее требовалась жертва белой жрицы. Но больше всего я не могла простить себе, что в такое время не могу быть рядом с ней. Ведь защитницей, служащей белой жрице, была выбрана моя сестра. Отрадой моего сердца стала Лили, веселая и добрая, похожая на белую жрицу источника. Хоть я и не смогу служить ей, когда она станет белой жрицей, сейчас я должна ее защищать. И тогда пошел дождь. Отовсюду доносились душераздирающие крики, и глава защитниц называла его дождем смерти. Я укрыла Лили в глубине церкви и взяла в руки оружие. С тех пор дождь ни разу не прекращался. Сестра Сигрид, вращающий железный шар, атакует врагов вокруг. Сигрид защищала белую жрицу Лили от врагов в соборе, но в итоге из-за ее бесконечных битв безумие поглотило ее. Дабл джамп. Ее сознание захвачено скверной, очистилось. В воспоминаниях она называла тебя Лили. Наверняка это и есть твое имя. Если проследовать за воспоминаниями оскверненных об их жизни, может, и ты что-то вспомнишь. Хорошо. Понимаю, тебе тяжело, но можешь идти дальше. А, это был вопрос. Упс, ну ладно. При доступных воспоминаниях о сражениях можно еще раз сразиться с всеми оскверненными, которые были уже очищены. А я еще не могу его бесконечно использовать. Розари, которые носят защитницы белых жриц. Они приходят в тренировки в подземной церкви и избраны становятся защитницы. А вот как это работает? А оно восстанавливается? Немного повышает макс здоровья. Да, восполняется, окей. Белая церковь. Ты в порядке?
Побереги силу, давай отдохнем. Ужасную картину я видел, как только добрался сюда. Все жители или стали оскверненными, или были убиты ими. Я издавна связан со жрицами. В этом теле я не смогу стать твоим проводником, но буду мечом отгоняющих врагов. Тебя это удивляет? Неужели я похож на человека, который бросит ребенка под таким дождем? Что же, пойдем. Ой, лошадка, прикольно. Может, она тебя помнит? Похоже, она утратила сознание до покрождения в безумии. Кажется, она не враждебна, но все же лучше ее не трогать. Письмо Глоя. Дорогой Бейл, спасибо тебе за долгую службу возницы для белых жриц и защитниц. Лошадь твоя тоже была умной и храброй. Я верю, что сын твой станет таким же прекрасным возницей. Если вдруг еще придешь в Белую Церковь, загляни ко мне. Да, зрит нас белый цвет, Глоя, глава защитниц. Серьезно, не могу с ним ничего сделать? Печально. Загадочные цветы, попадающие на пути, помогут помочь Лилии в путешествии. Красные цветы, если срезать красные цветы, пропитанные скверной, восстановится количество использования духа. Белые цветы, если срезать белые цветы, изучающие защитную магию, восстановится количество молитв. Одна штука восстановится. Два духа. Да, только один у нас. Без бесконечного использования. Хотя он восстанавливается. Поэтому не все так плохо. Но она прикольная такая.
Хоть и чутка слабенько. Что это такое? А, она сейчас воздух. Только я там встать должен, да, чтобы это накидать. Деревенский мальчик. Чё ж с тобой стало, деревенский мальчик? Помогите, мне больно. Деревенский мальчик прыгает по дуге при приземлении, нанося урон окружающим врагам. В суматохе, наступившей из-за дождя, мальчик из скалистой деревни отстал от матери и направился в Белую Церковь за помощью, но так и не добрался. Он отказывал. Да тут скорее, типа... Я немножко недопонял, типа, если они под дождем находятся, их поглощает безумие. У меня нос чешется, подожди. Я его могу поставить, если сяду на лавочку. Так, а в чем смысл? Что-то я недопонял немножко. Сюда упасть? Мне кажется, там какой-то скилл нужен будет. Ну-ка, может это сможет? А, да, видимо, пока еще рано. Какой туман жесткий. Подожди, что-то приближается. О, лошадка. Видимо, последовала за нами. У нее нет сознания, но, похоже, твой амулет привлекает ее. Может, некогда она служила белой жрице. Похоже, она будет помогать тебе, все-таки белая жрица совершенно особенное создание. Как тяжело читать. И что мне с ней делать? Перемещение. А нифига, он тут. Что за красные штучки? А, закрытый путь. Понял. Он выглядит. А, как слизняк, понял. Белое описание 2. Вы воины на защиту королевства встали, но сколько ни били они оскверненных, те все равно поднимались. Будто умереть и не могли. Одна лишь дева в белых одеждах с золотыми волосами смогла сберечь королевство. Вознесла она молитву, и скверненные в раз упали и не двигались больше, от скверны очистившись. Люди же ту деву белой жрицы нарекли и почитали ее словно богиню. Сказка. Булька. Довольно сильно затоплен.
Level up. Да я иду. Ведьмин лес. А! Я пердёж оставил. Я еще не все сделал, что должен был. Скверна боли. Может использовать для усиления духа. Остатки скверны защищены воскверненного скверна. Скверненного. Скверна боли оседая и испускает слабый свет. С ее помощью вместе отдыха можно усилить дух. А еще и усилять можно. Гась. А это вот это заст... А ты задрал! Слишком много скверна. Есть тук, которого можно усилить. А этого я не могу усилить. А, тут туши древних нужно. Ну хля. Так сраный пердежное облако. Какое-то ставит. Непонятное. Сейчас мы его захерачим. А интересно, они отрезались? А, не отрезались. Пердежное облако реально оставляет. Я не могу погружаться. Не могу. Это мы идем. Нифига себе.
Что я пока не до конца понимаю, как уворачиваться от персиков. Надоел, сраный пес. Я еще в этом тумане не вижу нифига. Это вниз спускаемся. Можно и наверх. Эти цветы, кажется, я их помню. Памятка круга. Круг магов – место, где собираются ищущие магии. И знания из бездны, и куда никто, кроме магов, ходить не может. Маги помогают Белой Церкви, откликнувшись на призыв усмирить оскверненных, условий выступления и рекомендации нескольких магов. Запрещено изучение древнего колдовства и другой запретной магии, использование оружия в круге, передача информации другим странам. Отлично. Круг магов находится где-то внизу. Похоже, его полностью затопило, но другого пути нет. А, о. Пока все еще плохо понимаю, на что я могу залазить, а что нет. У меня скорее от тумана глаза болят. От этого. Нифига себе. Ну в этом же типа смысл, наверное. Что она такая яркая, все белые. От кого? От этого? Упс. Не то нажал. Да сраные песики, я не понимаю, как от них уворачиваться. Все еще. Понимаю. Я не помню.
Можно посмотреть. Потом. Когда... до лавочки дойдем. Сраная собака. Я не могу. Бесит. Не то дело. Я думал, он что-то охраняет. Грибной маг. Он сделал. А ведь я бы скоро с ней встретился. Рыбный маг выпускает ядовитый туман, который со временем ослабляет врагов и от которого нет защиты. Он вернулся за пределы пространства, в которых узнал много нового, но дождавший его возлюбленный из круга магов добраться не смог. А, нет, кстати. Видимо, да, у него полностью белые волосы были. Мы сейчас очистили мага, и у нас локон стал черный. Любовное письмо, любимое. Прочитав твое письмо, сразу же захотелось вернуться домой. За полгода путешествия я узнал много того, чему в круге магов научиться бы не смог. Увидел раскаленные пустыни и невиданных животных. Я так много хочу рассказать тебе. Скоро уже вернусь и привезу тебе гостинцев. Люблю тебя, Мелвилл. Так, ну наш пацанёнчик не может врезаться в них на будущее. Локон? Нет, вроде. Ладно, еще одного чистим, точно посмотрим. Я не понимаю, где что находится. Может, яркость чуть-чуть. Сомневаюсь, что много чего изменится. А, мы с другой стороны пришли.
Здесь нету тумана. Но все-таки яркость вернула, брат. А, это вода поднимает. Женщина-маг лучше, чем грибной маг. Ну, вроде женщина. Вроде она женщина. А это дриада уже какая-то. Дайте посидеть, пожалуйста. Просто обход такой. У нас хп на одну, на один плювок. Дайте посидеть. Алло. Воспоминания. Ну, вроде да, у нее кончики темные. Но вот локона темного я не вижу у нее. А, нет, все, вижу. Да-да, все правильно. А я уже думал, от количества скверна у нас изменяется. Изменяется цвет волос. Но пока не вариант, да? Мы плавать не умеем. Записка мага. Я изучал древнее колдовство, и есть вероятность, что проклятие бессмертия, называемое скверной, является одним из видов колдовства, которым овладел древний народ. Я бы больше приблизился к разгадке, если бы мне удалось ознакомиться с древними книгами из оскверненных земель. Так темно везде? Это просто жуть. Она такая напуганная выглядит. Ём, что-то такое. Ё-моё!
Просто выкинул его куда-то. Эй, продолжаю выкидывать малыша куда-то. Ай, крокет запал. Нет, прости, я не умею плавать. Пока что нырять точно. Господи, нифига мы прошли. А что значит локация завершена, локация не завершена? Окей. Сюда хожу. А, понял, что это. Все. Ага. Видимо, по предметам я, потому что типа закрытые пути в принципе отображаются. Ладно, потом вернемся. Комната ведьма. А, это быстро. Или сюда и надо. Ну, сейчас еще раз пробежимся, посмотрим. Ну, там какой-то путь дальше есть. Я пока не могу понять, куда, где он находится. Я на тени будут с вами сражаться. Не лень. А, вот сюда, наверное. А, видимо, сюда. Просто меня таранит, пока я херачу его. Здесь сложно уворачиваться. Не показалось ли я усиление для этого получил? Показалось. Теперь мы знаем, куда идти. Но пока я в прыжке, я не уязвим, это хорошо. Точная ведьма.
Мелвилл, интересно, где он? О, это же его жена. Цветочная ведьма. Сестовый ветер отбрасывает врагов вокруг. Ведьма, прикованная к постели из-за болезни, одна в окружении цветов ждала возвращения возлюбленного, который отправился в путь, чтобы излечить ее. Хотя она больше всего хотела, чтобы он был рядом. А так я задрал кусаться. Сейчас еще этот окажется. Магическая цепь, опять на ячейка для реликвии. Ты задолбаешь. А где еще путь куда-то есть, интересно? Вот это что ли? А как туда попасть? А, налево мы, наверное... А, все, понял, да. Что сюда не ходили. А, не, мы ходили. Мы ведьму убили. Я тут был или нет? Что-то я не помню. А, ну это возвращение обратно. Возвращение обратно. Ну, значит, на ведьму здесь больше делать нечего. Да и я не хочу. Если я сейчас не помру от этих. А если я не помру? Ну да. Что-то я не понимаю. В принципе, без разницы, если я умираю. Дальше какой-то путь есть. Ага, может воду собрать. Ну вот как это работает? А это вот додамажит. Сказал, я чуть не умер снова.
Я уж чувствую, в этой игре буду очень много раз собирать. Господи. Сраная дряда, а. Ну, ну отлично же. Согреет себя. Ладно, видимо, сегодня стрим будет коротенький. Помощник, так сказать. Это было, она сейчас просто телепортировалась. Не допрыгнул. Еще одна хилка есть. Чего? Смотри, как он себя любит. Просто себе уснул. Мой вот мне вчера очень хорошо помог. Помог поспать. Я лег сонный. Точнее, я чувствовал себя сонным. Такая приятная сонливость. Уже хорошо лег, устроился. Почти заснул, этот засранец просто берет и срет, и мне приходится вставать и идти убирать это все. Попутно ругаясь на него. В итоге потом, когда я все это закончил, я уже не сильно хотел спать. Еле как уснул. Как мне его там доставать? Это неправильная вода.
Это хорошая вода. Это ладно. Иди спи. У меня нет штуки, чтобы похилиться. Ага. Похилились, теперь чувствую себя спокойно. Капец, они этих штук плодят, шуть. Ага. А я подняться не могу, потому что не херачит. Вот сода запустил, как быстро время прошло. Отличная тактика. Мне нравится. Просто пуляться шариками. И нафиг я сюда залазил. Тут ничего нет. Нам что-то сверху есть, не знаю, как это достать. Достал. Я не знаю, что у меня это получилось. Level up. Ну куда пришли? Хватает. Белое описание третье. Видишь, и чудо очищения люди собрались вместе с белой жрицу сердцем своего собрания сделав. Отсюда Беловерия начала свет вперед. Люди к Беловерии принадлежащие тихо и мирно жили, богов особых не почитали, следовали указам белой жрицы и правилам, чтобы скверну не навлечь. Доболились о покое людей очищения прошедших. Короче, какая-то жрица пришла, решала дела со скверной.
Но это точно не мы, я так понимаю, это наша матушка. Черная ведьма Элейн. Да нифига, как мне уклоняться от этой штуки? Отдохнет. Я понял примерно, как против нее сражаться. Почти. Какая же музыка? Да фу. Да блин, это какая-то не... Если просто написать босс мюзик. Че выдаст? Этот как его там? Я забыл название игры. Hollow Knight. А!
Она все больше и больше становится. У меня хилок не осталось. Вроде холл, кстати. Ну, на картинке холл, наверное, был. Надо поменять немножко. Сюда крутилку, вот сюда. А здесь третья фаза у нее, это последняя фаза. А то эти шарики, которые она в меня кидает, от них фиг вернешься. Нифига себе. Эпичнее музыка же. А ты надоело телепортироваться. Господи. Ну, короче, пердежом ее смысла нет бить. Это? А. Нет, она меня зашла. Что это вообще за музыка? А, это был Сириус. Понял. Теперь портал. Кстати, может портал второй пройти, кстати. Точно. Я же как раз первый портал прошел. Надо бы скачать его. Я ж тебя пройду. Ведь мой лейн. Телепортирующаяся хрень. Вот эта штука капец больно бьет. Чё-то боссы здесь какие-то жесткие немножко. Мне вроде атак и не так много, но вот эта хрень, что она призывает. Это больно. Dark Souls на минималках, ну да.
Ну, начинается вот эти крутилки. Прям под нее прыгнул. Ну я понял примерно, как просто с ней играть. Музыку переключил. Sonic 2. Ну, перфект. Да фу, эти телепортации ее постоянные. Кто ее придумывал атаки? Еще идеально в тайминг попал с боссом. Я только к ней подхожу, она телепортируется. А эта атака что не сработала? Не, ну за нее что-то должны хорошее дать. Да ты, господи. Она меня начинает раздражать своими атаками. Она телепортируется в другой конец карты. Я к ней подбегаю, она телепортируется обратно в другой конец карты.
Да ты... Почему эта крутилка не нажалась? Их опознашу, я не понимаю. Сложно, блин. Вроде там все. А, ну я понял, вся главная сложность у нее с телепортацией, с атакой. А, не в ту сторону прыгнул. А, я прям под эту штуку прыгнул. Еще выше прыгну. Я понял, после любой атаки делаем додж.
Ай-яй-яй. У них вот эта броня есть, боссов. А-а-а! Я забыл додж нажать. Еще как назло мои духи кончились. А тебе там радостно, да? А, кстати, Кэтрин. Может, я его попроходить на стриме? Неплохая игра. Nightmare King. Нет, песенок хорошо. Боже. А, пофиг, включим. Я ж включил. Просто из Fair Tale. Ну давай. Это которые задинки, я так. Я правильно понял? Смотрите с листом. А, я случайно на земле юзанул. Забыл.
ту сторону, вернулся. Ладно, хилки есть. Я сейчас это хилка себе. Ну. Еле как, но я все-таки исцелил ее. Думаю, после нее я и закончу. Все звуки пропали. Уходит под воду круг магов. Единственное место, которое я защищала изо всех сил. Все, что я смогла накопить, то нет. А, здесь должна была быть музыка. Ладно. Ее отключили. Прития, как же мне хочется, чтобы хоть ты была в безопасности. Моя первая и единственная подруга. Я сейчас помню тот день, когда ты спасла от мучений мою мать, ставшую оскверненной. День, когда ты стала белой жрицей источника. Ценное время, которое я украла, хотя его уже и не вернуть. Я искала способы хоть немного уменьшить боль и тяжесть бремени белых жриц. И все это будет зря, этого я не могу допустить. Я буду защищать это место сколько смогу, пока не кончится дождь. Мою магическую силу, которую я так старательно накапливала. Всю ее сейчас в этот миг. Где звуки? Почему ничего не было? Чёртная ведьма Элейн. Атакует магическим шаром, который летит во врага впереди, необходимо наводиться. Элейн родилась и выросла в круге магов, страдавшая от одиночества и напомерных ожиданий окружающих от маленького гения. Элейн повстречалась с белой жрицей источника. Движение так и уклонение в воде. Благодаря магии черной ведьмы Элейн в оскверненной воде можно плавать, атаковать и также уклоняться во все стороны. А, мы теперь плавать можем? Даже если ее сознание исчезнет, магические ограждения, охраняющие круг магов, останется. Успокойся с миром. Скорбь. Мы теперь плавать умеем. Что-то я сомневаюсь, конечно, что эту игру я осилю. Прохождение полностью. Не знаю. 70 использований. Фига себе. Можно вместо... Блин, вместо чего поставить можно. Как она вообще стреляет? Надо найти моба. Ну, посмотрим. Всего две атаки. Ладно.
Ну, в принципе, неплохо. Мне кажется, она уже не так ярко светится. Или мне кажется. Наверное, так и оставить можно. Образа привыкли. Ну, может быть. Очистить сестру Сигрид, очистить черную ведьму Элейн, очистить ветерана Гелрода, получить 5 искренних душ, получить реликвию. А, это просто... С чем они это название, заданиями называли? Это же нифига не задание. Это просто достижения всякие. И все. Ну, короче, как я тебе и показал, я докачаю ходячего деда. Я думаю, мы построим в него немножко. Тогда я докачаю его. Однажды. Да-да-да. А еще однажды я надеюсь, что наконец-то уже разблочится возможность покупать в Стиме. Что-то. Потому что фиг найдешь. Вообще засранца. Я не поверю, что это из-за того, что они не могут деньги принимать. Могут же некоторые. Станем Советским Союзом и разблочат. Сейчас у меня такое, типа, ямка такая возникла на Твиче. Все стримы по 3 часа и более, и тут такой херак, и 2 часа почти. Более, и тут такой херак. Бум, забыл звук включить. Just sleeping включить просто, и будет стрим на 24 часа. Каждый день. Но я вчера? Позавчера отдыхал же. Поэтому да. Что у меня там? Стримов так мало стало в видеостудии внезапно. Надо будет на YouTube поменять аватарку тоже. Надо будет что-то как-то сделать с этим, с картинкой офлайн стрима. Триган выйдет? Где? А, Триган. Что такое Триган? Напомни, пожалуйста. А мне какие-то таблетки выдает. Переполох в пустошах? Или что-то? А, понял. Переиздание. Все. Я увидел персонажа этого и понял, про что идет речь. Я старенький, старенькую аниме не смотрел. Пошли. Хотя 2010 год, в принципе, не такое старенькое. Как поменять аватарку на YouTube? И як. Мне так ли не менять лайн картинку надо.
Может быть, когда-нибудь я все-таки перенесусь на YouTube. Пока не знаю. Завтра. Но можно попробовать попроходить деда на YouTube. Посмотреть, как вообще будет. Зайдет, не зайдет. Мне кажется, на YouTube просто люди будут... Типа, если я буду стримить, вот как я на Твиче сейчас стримлю. То есть, типа... Разные игры в разное время. Там, например, начал одну игру проходить, потом на следующий день другая игра, потом еще одна игра какая-нибудь. То это не особо людям нравится. Они же на YouTube заходят чисто посмотреть видосы всякие, как прохождение игр. Кто берется? Я недопонял. А, падаю. Что? Что? Кто они там берутся? Я потянуться решил, я чуть не упал. Не. Пока все хорошо. Мне интересно, что ты имел в виду. Мне еще интересно, как стримить на YouTube. Я что-то там еще раз не стрим... там еще не стримил. Ладно. Пойду я спать. Это выглядит жутко. Он даже рот не открывает. Ладно. Пойду я спать. Давай. Спокойной ночи. До завтра. Завтра поиграем в ходячего деда. Будем крошить головы зомбакам. Спокойной ночи. Всего доброго. Тачки.